Привет, меня зовут Паша. Меня знают больше как Гизма. Мое хобби – уницикл. Уницикл – это одноколесный велосипед. На русский язык, скажем так, не переводится. Называется юнисайкл. В народе называется моноцикл и уницикл. Меня зовут Гриша. Я езжу тоже на уницикле, но на модельке поменьше. Это модель для триала, то есть для прыжков и преодоления препятствий в виде прыжков. Ну и для различных игр. Я случайно увидел это на улице. Вот у нас Александр, вы его, наверное, знаете. Он мимо меня так проскочил лихо на уницикле. Ну и как-то еще потом по телевизору посмотрел, по интернету. Ну и все-таки сделал усилие над собой, нашел этого человека в интернете. Сейчас это несложно. Списались с ним, он мне дал попробовать, ну и зацепило. Вот катаюсь до сих пор 2,5 года, по-моему. Примерно как на велосипеде, ничего сложного. Постепенно нарабатывается техника и едешь. Это необычно, очень оригинально и развивает то, что обычно не используется. Но я люблю попрыгать, я люблю покататься по ступенькам с горок. Поначалу, когда тренируешься, когда вот изучаешь все вот эти движения, пока нарабатываешь их, да, очень сильно устают ноги, спина, пресс, все мышцы очень сильно устают. А потом, когда ты уже наработал технику, тогда, ну, как-то этого не замечаешь. Может быть, что-то и качается, но я уже езжу расслабленно весьма. В среднем, опять же, от диаметра зависит колеса. Вот на нем у меня средняя по городу получается около 12-13 км в час. Ну, сравнимо с обычным велосипедом, если не сильно торопиться.